Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Судя по картинке, вы уже поняли, что я задумал, да? На гординга, так скажем, сейчас поставим обновку. Ну, вообще, вкратце, по ангару пробежаться. Три робота меня полностью устраивают. Пантеры, естественно, парагон тащит за счет ракеток. Ну, если что, сокращает, разрывает расстояние, нападает, убегает. В зависимости от обстановки, складывающейся во время боя. Ну и колесник на РПГшках разрывает все и вся. Если что, может добить или тоже так же удрать, если надо. А вот два робота, вот допустим, вот эта крыска, которую Shadow. Ну, способность, конечно, интересная стелс, но защищает стелс только от самонавдяшек и от артиллерии. В принципе, ну вы, наверное, сами знаете, без труда можно по роботу в инвизии попасть. Так что крыска довольно-таки частенько у меня умирает очень быстро. Поставить нужно здесь несколько, наверное, другое вооружение. Не самонадяжки, а РПГшки поставлю, попробую. Ну и Гвардин. Робот очень классный. Особенно мне нравится ловить этих колесников. Колесники на тебя с оголденными глазами несутся, хотят тебя протаранить. И ты нажимаешь способность на Гвардине, и колесник останавливается прямо перед твоим носом. И ты потом его добиваешь. Но добиваешь, конечно, это громкое заявление, потому что вот этими пулеметками Pulse Cannon 8, да, ну, 3 звезды, да, ранг 3 уровень, 3 из 7, ну, не знаю, половина прокачки практически, да. Урон слабенький. Да, даже вблизи, учитывая то, что большой разброс, да, издалека ты не воюешь, воюешь вблизи, один хрен, урон где, а урона весьма мало, кот наплакал. И поэтому давайте, а Гвардин робот классный, способность классная, поэтому давайте в первую очередь обновим Гвардина. А именно поставим ему дорогущие пушки. Да, полетели в инвентарь, посмотрим, сколько они стоят. Ну, вы сами знаете уже. Около 300, что с 6 энергиями, что с 8 энергиями. По урону здесь 10400 на 4 ранге. Здесь 13700 на 4 ранге. Здесь берем, соответственно, вот эту штучку-дрючку. Урон значительно больше. Потом возьму шестерочку за 6 энергии и поставлю уже, наверное, на крыску. Так, ну а сейчас покупаем это. Минус 300, хренак. Да, в наличии 2. Особый. Вуаля. Выглядит, конечно, вооружение замечательно. Не играл, ну, на ютубе смотрел. Быстро заливает кучу урона. А дальше перезаряжается. 10 секунд. Так, все. Один раз еще улучшили. Ну что, снаряжаем все это дело. Набор развития. Тут просто так не купишь в Российской Федерации. Игра еще не вышла официально. Так, Missile Rate. Вот он. Установить. Угу. Missile Rake установить. Так, покраска пусть будет зелененькая. Скины сюда переехали. Что здесь? Надо сундуки крутить. В сундуках, конечно, все будет гораздо эпичнее, красивее. Красивее, красивше. Ой, ну это вообще классненький. Циклоп какой-то. Ну это, в принципе, такой тоже. Хамелеон какой-то, что ли, переливается? Да, переливается. Blue Neon. Называется Blue Neon. Ну, похоже, как будто бы такой хамелеончик. Вообще обалденная подсветка, расцветка, посмотрите. Ну, у нас зелененькая, тоже неплохая. Так, ну и что, полетели тестировать его? А, нет, еще на крыску поставить ракетки, да? РПГшки. Крыска, лови. Так, там 6. Дробовики. РПГ установить. Ага. Все, теперь готов, полетели. Итак, полетели, проверяем. Ну, неплохо, неплохо. Скорость ракеток вроде как большая. В принципе, даже можно накидывать издалека. Если я правильно помню, что-то там они за 100 метров заливают дамаг. После этого боя обязательно уточню данные. И вам голосом доведу. Так, 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 так. Негодяй. Напоминаю, я играю на эмуляторе LD Player. Поэтому у меня сенсоры я убрал. В нижнем правом углу оставил индикаторы наличия боекомплекта и индикация способностей. Понятно. Мой коллега перекрыл весь мой залп, блин, Клинтон. Так, вижу проход по правому флангу. Нет. Ты отстоял, маяк? Молодец. Уважуха, братуха. Ты не можешь никак его добить. Все, справились, да? Ай!
Бам-бам-бам. Ого, ну нормально. Валим, валим, валим. Ого-го себе. Дубль 2. Перезаписываем. Забудьте, за что сейчас было. Так, уточнил данные. 150 метров включительно. Они стреляют. Ну, соответственно, чем дальше, враг может перебежать, дислокацию свою поменять, и вы промажете тупо. Ну, не знаю там, что по поводу улучшений. Возможно, скорость по мере улучшения вооружения также будет увеличиваться. Так, пожалуйста, не закрывайте мне линию огня. Ну, он, конечно, тоже стрелял, но, по-моему, урон был неплохой. Так, сидим, не высовываемся. Вроде хпшки-то мне не так-то мало, в принципе. Эй, нам самим маячки-то нужны. Это я? Это не я. Так, так, ждем, пока он начнет стрелять. На! Отрубили. Ой-ой-ой, там у него друзья. Его друзья пришли. А что так все опять плохо? Вох ты, снайперочек появился у нас. Так, снайперочек, давай, давай, помогай. По очереди будем отключать им все, что можно и нельзя. Ну-ка. Ну, он, видите, тоже от огня убежал влево. И, соответственно, почти весь зал попал в молочко. Так, давайте попробуем. Опять эти шеду. Бам-бам-бам-бам. Отлично, добил. Ну, неплохо, неплохо. Если, в общем, вам нравятся ракетки и РПГшки, то, соответственно, этой штуки-дрюки вам еще больше понравятся. Отрубили ему все нафиг. Блин, вот только жалко, я не могу остановить стрельбу. Нажал, и, соответственно, вся обойма разряжается. Поэтому нужно, так скажем, учиться на них играть. Если видишь у врага небольшое количество хп, возможно, стрелять не нужно. Нужно дать добить твоим союзникам, коллегам. А ты уже должен стрелять по фуловому врагу. Так, отрубаем ему все нафиг. Я нажал отрубить, но РПГшки... Ой, РПГшки. Ракетки продолжали мои стрелять. Если я правильно понял, да? То есть, если враг нажал на огонь, вам, соответственно, гвардин способность отменяет, все отключает, вооружение отключает, то, соответственно, обойма все равно у вас опустошится. Убил не я, потому что опять ползалпа пошло, попало в спины моих союзничков. Ой, забыл нажать! Извините, братюни, забыл. Замечтался. Бам-бам-бам-бам. Ну, я убил его, отлично. Полетели дальше. Так, теперь давайте полную бэбум катать. Посмотрим по времени. Не знаю, 2-3 боя точно сыграем. Так, в принципе, могу даже издалека накидывать, да? Поэтому давайте высовываться не будем. Вот сейчас где-то с нашего респа и попробуем по ком-нибудь попасть. Но я не уверен, потому что враги будут мансить, влево-вправо ходить, соответственно, и все, дело это. Ну-ка, ну-ка. Бам-бам-бам. Он стоит! Это я все сделал, половину, отполовинил его. По-моему, это я один по нему стрелял. Ха, ну, в принципе, да. Я наслышан про это вооружение, что оно очень-очень крутое. Большой дамаг. Угу. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, неплохо, очень неплохо. Убили его? Отлично, красавчики. Так, стой, молодец. Не ходи далеко. Не проходите мимо. Давай. Да вообще урон классный. Красивый, да, шлейф такой. Так. И прикол в том, что я могу и вблизи, получается, очень хорошо дамажить. И могу, в принципе, снайперить, да. Ну, снайперить, вот видите, сейчас все в молочко ушло. Бамс. То есть ты сам решаешь, или снайперить на этих ракетках, или идти воевать вблизи. Бам-бам-бам. Добью, нет? Видели, не добил, да? Разрывы ракет были рядышком со врагом, но, видать, сплэш все-таки. А ну-ка, отключим тебе все. А почему он продолжал стрелять? Странно. Отключается же все вроде бы. И вооружение тоже, в том числе. А он что-то продолжал по мне заливать. Так, возвращаемся. Убьете его? Я пошел защищать маячок. Что-то у нас там как-то не справляется. Дарк, Вин. Бам-бам-бам-бам. Отлично. Так, но он может появиться на маяке, да. Поэтому давайте я не буду пока. Я подожду КДшечки. Так, вот он и появился. Аккуратненько выглядываем. Угу. Да я понял, робот мне говорит, что у него критические повреждения. Я знаю, что тебе хреново, братюня, но я тут ничего не могу поделать. Пока никаких там пассивных модулей, там ремонта, ничего не придумали. Терпи. Возьми себя в руки, ты же мужик. Опа-на, бам-бам-бам-бам.
Ай, с колесника с одной бой мы не смог забрать. Так, так и так. Ну, пытаемся отступать. Ага, добил мне колесник, зараза. Так, что у нас по счету? 60-44. В принципе, мы выигрываем. Пережевывать не надо. Так, на чем мы сейчас будем? На крыске? Давайте возьмем крыску на ракетках. Все, резь зачистили, резь зачистили. Так, способность. Да тише, тише, вот этого хочу. Я не знаю, я Понятно. Я захватил врага, потом повел вниз прицел. А надо было сначала снять захват, а потом уже вести вниз. И мне прицел вниз не сводился на колесника, блин, Клинта. Так, давайте перезарядим обойму. Давай, давай, пантерка, ситуацию переламывай. Добей врагов. Ну, в принципе, у нас все хорошо, но играя в рандоме, сколько раз убеждался, все вроде нормально, а потом хоп, уже и ненормально. Нифига ты крепкий. Так, так, одна пулька в обойме. Победа! Отлично. Ну, полетели дальше, итоговую табличку смотреть не будем, там все прелестно, чудесно. Ну, полетели на правый фланг. Вон, видите, крыски левый фланг захватят. А мы вот, у него там что, РПГшки вроде бы, давай рвать врагов ракетками. Вот меня не знаю, как называется Missile Rack, что-то как-то ракетная установка, да? РПГ, ну, РПГ. Ручная противотанковая граната. Или что-то путаю. Ой, братюня, извини, я мог, в принципе, ему способность отключить. А ты что-то как-то и не сильно пострадал. Ого, ты жирный. Сколько в тебе ХТ, ХП. Так, так, я могу понайперить, наверное, да? Или не могу? Не суетись по тесакам. Бам-бам-бам. Ну вот, немножко урона зашло. Вот мне кажется, в игре не хватает какой-нибудь аптечки там. Ё-моё. Вот даже в танках есть какая-то аптечка какая-никакая, да? Ну, типа, не то, что там ты должен весь бой лечиться и тебя убить. Я вроде брал упреждение, видели, да, немножко правее стрелял. И что-то один хрен по медику не попал. Допустим, раз в бой можно было робот отремонтировать там, ну, не всего там, ну, 10 тысяч хп там. Я смотрю по индикатору, сзади враг уже. Надо всегда на эти индикаторы обращать внимание. Они очень важны, кто-то по мне сейчас закидывает. Так, я тебя не боюсь, потому что есть у меня отключалка. Отключаем. И я, видимо, промазал. Угу. И тоже, я думаю, этому Missile Rack нужно сплэш добавить. Как-то немножко промазываешь, и все, хана. Пиши пропало. Так. Да что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, короче, как и на снайперках, я понял, нужно только прямое попадание. Немножко лево-вправо, и все. Все, хана. Нифига, малыши в атаку пошли. Посмотрите, всякая мелочь пузатая бегает. Всех разрывает. Это нормально, да? Они мне всех роботов поубивали, блин. Это мелочь пузатая, сумасшедшая. Блин, так неохота с ним тараниться. Отстань от меня, блин. Я не знаю, что это началось. Докфиш, ты чем занимаешься? Тоже тебе Missile Rack, да? Тоже промазываешь? Давайте еще одного робота возьму. Только пойду на другой фланг. Не убил. Какие вы жирные, я что-то не понял. Вы что такие прокачанные? Убей его нафиг. Не можешь, блин. Так, отступаем. Отступаем. Бамс. Бамс. Все, спать. Что творится здесь? Там вообще все печально, там очень печально. Включаем пятую скорость и резко на маяк залетаем. Быстрее, 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 быстрее. Где мы, напарники? Докфиш опять. Ракует, тупит, а. Кого, кого бить-то? Кого, кого, кого? Не, вот этого. Давай, давай. Ну, урон-то прошел какой-то. Ага. Ускориловка. Пятая скорость. Захватывай, захватывай, маячок, я убежал. Маячок твой. Блин, нифига он жирный, а. Вот это вы жрабасы. Давай, нападай, нападай, нападай на меня. Ага. А вам еще Парагул не нравится. Классный робот. Может резко разорвать расстояние. Отстань от меня, блин, как вы достали, а. Отдай маяк. И где мои коллеги-то? Вы на других флангах воюете, да? Я что-то постоянно один. А это как бы... Ой-ой-ой-ой, включаем ускорение. Понятно.
Так, осталась у меня только одна крыска. Но у нас 4 маяка, 80 на 62. То есть мы ведем. Я постоянно отбиваю домашние маячки. А моя чудо-команда воюет где-то на другом фланге. Ну и воюет успешно. У нее все нормально. Потому что я что-то притягиваю к себе всех врагов, по-моему. Так. Пока я в инвизе. А, я еще сделал захват видео какой. А, вы видите, 30 FPS всего лишь, да? Ё-моё, забыл. Накосячил. Так, нажали инвиз, побежали. В инвизе. 95. И добиваем в крышку гроба последний гвоздь. Естественно, ко врагам. Ноль, ну потому что 105 метров стреляют. 172. Чистая победа. Ну, не чистая, конечно. Тяжело было, тяжко. Еще один бой скатаем? Давайте скатаем. Ну все, жара началась. В прямом переносном смысле. В пустыне какой-то воюем. Ну, в пустынном городе. Так. Тут тоже какой-то апокалипсис был, да? Война. Город разрушенный, нет? Нет, не разрушенный, просто все в песках. Так, ты накидываешь, да? Ну сейчас я немножко постреляю и, естественно, все промажу, да? Ну вот урон зашел, конечно. Ой, хороший урон зашел. Вкусненький был урон. Только, пожалуйста, мои коллеги, не закрывайте. Пусть весь урон входит во врагов. А, блин, там щит. Я пострелял только левым слотом вооружения, в правом еще пульки есть. Ну, идем обратно. Вижу, наш респ захватили. Да задолбал. Не, реально, на этом вооружении очень весьма сложно попасть. Но если попал... Бам-бам-бам-бам-бам. Я понял, лучше стрелять все-таки поочередно левым слотом, потом правым слотом. И, соответственно... Ой-ой. Отстань от меня. Ну-ка. Угу. Потерял? Ничего страшного. Сейчас вот они враги будут, сейчас будешь стрелять. Мой робот хочет кого-нибудь разорвать уже. Жаждет крови. Так, пока мы проигрываем? Не, пока нормально все. Понятно, понятно. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, нормально, наверное. Правда, я тоже очень сильно потрепали меня враги. Вражинки. Сейчас мы ему все разорвали. Так, способность у меня есть. Иди ближе, давай. Отрубили все ему. Попадание нормально. Нормально, но... Ой-ой-ой-ой, валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим. Возможно, на пантерку эти ракетки тоже будет весьма неплохо. У меня такое ощущение. Поставил энергобарьер и спокойненько заливаешь. Видите, я как бы тоже особо не рискую. Ну давай-давай! Немножко не хватило. Особо не рискую, от укрытия играю, но, соответственно, на секунду выходишь из укрытия, во врага обойму заливаешь, потом обратно в укрытие. Из этой... Да японский квадрокоптер, а! И за эту секунду тебя немножко все-таки дамажит. А вот пантерка бы ничего бы не получала. Наша команда включила умение рак называется. Ну все, ушел вон виз от гаденыша. У меня ракетки не такие. Короче, со всех сторон нас дерут, а. Да, новое умение. Рак называется. Ой, синяя команда любит такое умение. Ну чё здесь стоишь, ты тормоз или чё? Ну это реально ботяра, блин. Тупой причем ботяра, а. Куда ты поехал? А маяк захватит, нет? Ну да, печально, печально. Отстань. Я хочу жить, я еще молодой. Отлично, я его убил. Так, так, помогу, сейчас помогу, не пережевывай. Давай, 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 давай. Все очень печально. Ну, тут, скажем, не повезло с командой. Какие-то отборные раки. Давай, давай, давай. Бамс. Все, поражение. Ну, тут уже, уж извините, тут да, не знаю даже на каком вооружении играть, чтобы можно было нагибать. Игра командная, если союзники, то тут уже... Миссил рейк, джавелин рейк, хоть что, ставь один хрен, ты проиграешь. Да. А на этом все, друзья. Пока.